Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие ребятки. Сегодня с вами снова я, Тика, это Надя. И, о боже мой, мне принесли сейчас целую кучу писем, которые я так ждала от моих новых собеседников и от моей подруги. И, в общем, извините за такой вот беспорядок на столе, потому что я сейчас собралась рисовать заказ, и поэтому у меня лежат мои краски здесь, акварельные, да, если кто не верит, лежат, ждут. Своей работы лежит бумага для записей, потому что после этого я хотела писать ответы на предыдущие письма, но теперь мне прибавилось вот это чудо, вот эта вот стопка, которую просто я не могу никак дождаться, хочу открыть и буду открывать на видео, чтобы все, кто отсылал, знали, что я получила письма и что буду писать ответы. Итак, беру ножницы и вскрываю. Кстати, я участвовала в этом году в акции «Тайный Валентин», то есть там нужно было отсылать шоколадку или конфеты на адрес анонимно. И, в общем, нужно было сделать это в срок. Вот вчера было 6 число, я отправила свою посылку. Группа называется, кажется, «Академия каких-то там письмописцев». Вот, я оставлю ссылку обязательно внизу, и смотрите, там шоколадка лежит. Я получила уже свою посылочку, и, боже мой, это так мило! Да, так классно. Даже написано, что от Тайного Валентина. Хорошо, что есть адрес, я обязательно на него отвечу. Посмотрите, какая красивая открытка. Боже, какая красивая открытка. Я не могу на нее наглядеться. От Тайны Валентины. О, спасибо большое. Боже мой. Я такое, наверное, получала только когда... Посмотрите, как красиво. Когда в университете училась, у нас была тоже акция «Тайны Валентин». И мы отсылали... друг другу, ну как, в коробочку клали, и потом у нас по институту, по группам разносили девушки, переодетые в костюмы Валентинов. Блин, я не могу, мне даже жалко это вскрывать. И мы получали записочки, получали открытки и шоколадки. Да, и потом уже в письме узнавали, кто это отсылал. Это было тоже так приятно, так мило. Кажется, я понимаю, что это за шоколад, потому что мне пришлось вот так снизу оторвать, чтобы потом это все аккуратно вот так закрыть и сделать фотографию для Инстаграм. Вот, и для группы. Это у нас Ротфронт. Хорошая компания называется. Это очень вкусный шоколад. Вот, и я не хочу ее вскрывать дальше, чтобы не портить совсем упаковку. Вот, чтобы потом сделать фотку, как я уже сказала. Очень хочу сделать фотографию на память. И вот эту группу, что я получила шоколадку свою. Вот, так что огромное спасибо. Жди от меня ответ. И вообще, не знаю, мне кажется, надо такие акции делать чаще, потому что это невероятно приятно. И ты не чувствуешь себя одиноким. И это дарит такую радость вот просто от незнакомого человека с другого конца получить такую вот маленькую радость. Я все еще никак не могу просто успокоиться. Такая красивая открытка. Это просто что-то прекрасное. Не знаю. Одна из моих любимых открыток теперь будет. Наверное, где-нибудь себе ее на рабочем столе прикреплю. Вот. И что это у нас за издательство? Открытая планета. Я еще не знала про такое издательство. Но теперь знаю. Правда. Первый раз вижу открытая планета. Надо будет посмотреть, что они выпускают. Ну, очень красиво и очень приятно. И у тебя очень красивый почерк, кстати. Итак, поехали дальше. Следующее письмо у нас от Бабкиной ЕП. Я знаю, от кого это. Мы списывались ВКонтакте. И я должна была сообщить, что я получила письмо твое. Давайте посмотрим, что у нас здесь.
Здесь что-то очень приятное, я вижу, да-да-да. Уже вижу, что здесь что-то очень красивое. Итак, наклеечки. Такие вот, о, блин, прикольные такие. Это с Алиэкспресс, я такие еще не видела у них новогодние. Вот это очень классное. И снеговичок, и мишка. Очень красивые. Так. Смотрите, какая красота. Я обожаю космос. Просто обожаю. О, боже, так красиво. Такие оттенки. Очень классные. Да. Итак, и само письмо. Конечно же, я его читать на видео не буду, потому что это личное. Вот, я обязательно прочту после того, как закончу снимать это видео. Итак, следующее письмо от моей любимой Полинки. И, Полин, надеюсь, ты не против, что я открываю это письмо на видео. Это очень-очень будет важно и полезно для моей рубрики Mail. Вот, сейчас посмотрим, что мне прислала Полина. О боже, здесь столько всего. Здесь целая кучка всего разного, как всегда. Давайте посмотрим всю эту прелесть, всю это сокровище. О, господи, блин, вот правда, делать нечего. Такая красота. Так, кажется, все. Никак не могу открыть. Да, сейчас. Очень классная бумага. Пожалуйста, напиши мне, что это за бумага такая мелованная, мне кажется, она очень плотная. Классно. Так, письмо я уберу. Это все-таки лично. Итак. Ох ты, какая красота. Какие мишки классные. Прелесть. Просто прелесть. Вообще очень классная. Спасибо. Так. Открытка. Очень красивая. Люблю маленькие открытки. Очень люблю. Просто не могу. А здесь такой еще. Очень красивый. Сюжет. Да. Разворот. Уже по блокнотному говорю. Нет. Иллюстрация. Очень красивая. Да. Такие девочки, гномики на елочках подарочки раскладывают. Вот. Очень люблю вас, девчонки, просто. И такую радость мне дарите. Да, классно так. Прям ностальгия детства охватывает. Я прям вот раньше все кассеты просто на перемотке смотрела. Ну, не на перемотке, а как на репите, да, постоянно у меня крутилось. Я обожала этот сериал. Так, что это за чай? Билла со вкусом лесных ягод. Я такой не пробовала. Черный чай мой любимый. Еще и с ягодами. Это очень классно. Очень-очень. Я такой, правда, не видела. Спасибо. Спасибо, Полин. Попробую обязательно. О, ну это вообще просто сокровище. Мой любимый Безликий, мой любимый Тоторо. О, вот этот мультик очень классный, кстати, про этого кота, про страну котов. Да, спасибо. И вот такие потрясающие наклейки. О боже, это же просто сокровище. Они как, не знаю, голографик и золото вместе. Можно бесконечно рассматривать. А камера не передает, так жалко. Очень жалко, что камера не передает всей красоты этих наклеек. Они просто вот как голограмма переливаются. Вот, спасибо большое, Полин. Огромное спасибо тебе вообще за всю эту красоту, за все это маленькое счастье. На самом деле для меня это большое счастье. Вот. И это скрасило мои будни. И я отвечу тебе вот-вот. Ну и последнее письмо от
Овсянникова Алена. Кажется, я правильно прочитала. Безумно красиво оформлено. Вот реально, девчонки, где вы берете такие огромные наклейки? Да еще такие красивые, блестящие все. Правда. Не знаю, я вот даже, наверное, она здесь отклеивается, я, наверное, ее сниму и переклею потом себе в дневник. Это просто потрясающе. Марки я видела в интернет-магазинах. Они продаются там. У нас в городе нет марок вообще никаких красивых. Только в интернет-магазине можно заказать. И так красиво ты оформила письмо. Просто прелесть вообще. Ух ты! Сейчас посмотрим. Здесь календарь. Да, я вижу здесь календарь. И что-то еще. Итак, я все вытащила из конверта. Здесь очень красивая бумажечка с письмом. И письмо я обязательно прочитаю лично. К сожалению, все письма были доставлены еще 4 февраля, но сегодня 7 число, и почтальон только сегодня принес мне их. О боже, это просто, не знаю. Это как Сальвадор Дали, потому что у него такая же рисовка на многих картинах. Это красота. Да. Но это же не Сальвадор Дали, нет, нет. Нет, это у нас Соня де Шалит. Де Шалит, да, правильно? Прогулка у моря. Но это как Сальвадор. Вот правда, посмотрите. Моя коллекция открыток пополнилась еще одной уникальной открыткой. Я не знаю, где вы достаете эти открытки. Таких я еще не видела. Бумага очень нежная, тоненькая, но в то же время очень приятная, потому что она вот вроде бы матовая, но в то же время кажется, как будто бы она и фактурная. И вот такой вот прикольный календарик у нас. Пятерочки, да, кажется? Да. Прикол. Я такие даже не видела. Я вообще не знала, что у них есть календари. Поставлю на кухне. Так что вот такая вот корреспонденция у меня в этот раз. И буду писать сегодня ответы. Кажется, эта неделя у меня будет очень такая насыщенная. Потому что здесь 4 письма и еще 2. 6 писем, на которые мне нужно ответить. Поэтому уйдет где-то, ну, дня 2-3 точно. Вот, спасибо вам большое. Если кто-то еще хочет переписываться, то спрашивайте меня. Я дам вам личный адрес. Так, всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.